за ухо и натягиваем свою головку на плечо. Тянем, тянем, медленно, спокойно. Это, пожалуй, одно из самых активных упражнений, которые дает тренер Виктор Китов для своих гимнасток. К возрасту здесь относятся бережно, обходятся без всяких прыг-скок. Зато больше нацелено на хорошее настроение и эмоциональный тонус. Не стареть, не стареть, всегда правый вид иметь. Секция гимнастики «Эврика» работает при молодежном центре всего 2 месяца, пока среди гимнасток люди серебряного возраста. Но здесь ждут всех, кто любит гимнастику. Идейным вдохновителем и тренером стал общественник Виктор Китов. Несмотря на 82 года, полон энергии, здоровья и делится этим со всеми. Возраст для меня не имеет значения. Маленьким дадим, большим, среднего возраста, пожилым, вот, то есть по нагрузке. Принцип у нас у всех здесь по ощущениям. Каждый человек должен контролировать свой организм. Я стараюсь давать им методики разные. Он подбирает по нашему возрасту, для нас он подбирает женские упражнения. Очень даже хорошо. Интересно. Профессиональный массажист Виктор Китов занимается этой деятельностью с 13 лет. Так что в массаже толк знает: японский, китайский, гавайский, классический. Азы передают и своим гимнасткам. Сейчас ряды стали пополняться. А 2 недели назад в секцию пришла и Валентина Власова, бабуле 85 лет. Но она не отстает от более молодых соседей по гимнастике. Занималась дома, но узнала об Эврике и сейчас не пропускает занятий. Я дома делаю постоянно. И пляшу, когда Малахов, да и вообще, вот так вся. И больше на улице, свежим воздухом. Все как один говорят, что Эврика не только идет на пользу, но и здорово заряжает хорошим настроением. Настроение поднимается, хорошо встает, весело. И коллектив хороший, очень нравится с людьми общаться. Занятия в секции «Эврика» проходят 2 раза в неделю по 1 часу. Может быть, для активных занятий спортом это и не так много, но самое важное, что здесь достигают главной цели. Что, девчонки-то молодеют? Девочки, вы молодеете? Молодеют! Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.